ДПС несколько часов преследовали по всему городу неизвестного, который неизменно уходил от полиции, даже протаранил одну из служебных машин. Что за прикол? О том, кто это там? Тебе показалось. Александра Карпова. Ну иди открывай, чё сидишь? Не, в смысле? Иди открывай, ты же мужик здесь. Это да на съемке легендарного сука. Боевика «Превосходство Борна», но все было абсолютно реально. Так кто там заебал уже? Эй, ты там, ты за квартиру не заплатил. Блять. Кто там пришел? Электро. Ты сука, ты когда деньги отдавать будешь? А я тебе не должен. Должен. 2000 рублей. Да верну я тебя заебал. Все, выселяем тебя из хаты. Блять, ты заебал, это моя квартира. Чтобы завтра тебя здесь не было. Охуенно, блядь. Решил поставить на ком тачку. Какую тачку? Так, блядь. Где все наши деньги, Флейм? А я хз не знаю. Куда ты их проебал? Ты что-то покупал? Сигареты. Нас же выгонят скоро отсюда. Давай переедем ко мне. Правда, у меня родители дома. Честно, я не знаю. Блядь. Смотри, у меня есть план. План, схема? Да. Давай. Я позвоню своим родителям, скажу, что мне хуёво. Они вызовут такси, но приедешь ты. Затем ты отвезешь их подальше в лес, и у нас будет целых 2 дня времени. Заебись. Поехал я, короче. Давай. Джесси, не нужно. У него под капотом же. Опа! Ой, видал, что могу. Моя работа. Флейм, это я. Ты взял машину? Да. Все, я звоню родителям. Готовься забирать их. Сынок, подкинь нас в аэропорт. Знаешь, где это? Не интересовался, не знаю. Помнишь меня, гнида? Я знаю, где аэропорт. Я поведу, а ты стреляй. Так, подожди, 5 секунд, погоди. Возьми мою УЗИ. Я же УЗИ, прикинь. Это из-за тебя они нас преследуют. Так, ты мозги не ебай. Впереди, смотри, впереди. Это тормози.
Блядь, там сверху чел с РПГ. Так, здесь наверху должен быть трамплин. Да ты ебанулся, что ли? Отвечаю. Сейчас полетим охуенно. Блять, где он? Его тут нет. В смысле, как так? О, бля! Смотри слева, сверху. Эти дебилы летят на самолете. Сука! Все, тут они в хуй проедут. Сейчас оторвемся от них. Все, у меня уже кости хрустят, сынок. Давай, вези нас в аэропорт. Спасибо тебе, сынок. Наконец-то мы с бабкой отдохнем, особенно от нашей дочери-шлюхи. Кстати, у нее уже 20 парней было за эту неделю. Ты если встретишь ее, просто беги и не связывайся с ней. Я понял. Вот, держи. 500 рублей тебе и ключи от дома. Пока он нам не нужен, можешь пожить там. Спасибо. Ладно, удачи. Ты пососешь мне в самолете? Да. Эй, ты водитель? Ну да. А с самолетом справишься? Хуй знает, я вообще взял это... Плачу 1000. Нихуя себе. Мне нужна небольшая помощь в ангаре. Я не играю в танки, не... давай без дропа, пожалуйста, ага. Какие нахуй танки? Ты что, задрот ебаный? Я про самолеты, реальные. Ай. Приходи ко мне, как будешь свободен. Хорошо. Хай, план сработал. Родаки свалили. Теперь будем жить здесь. Ты рад? Супер. Иди сюда, шлюха. Ой. Все, мне пора. Asshole.
где там шлюха, соска? Да, милый, сейчас приеду. Кобыла. Ебать, охуенное дерево. Я приехала. Танцуй для меня, сучка. Ну чё, патла, сосать будешь? А ты подаришь мне айфон? Спизженный, пойдет. Да. Он заблокирован. Я что-нибудь придумаю. Так будешь сосать или нет? Буду. Пойдем отойдем в кусты. Привет. Короче, ты не поверишь. Чё? Шла я по улице, и вдруг внезапно нашла айфон. Да ладно, чё, правда что ли? Правда. Забери меня из центра. Поехали, продадим его. Куда поедем? Ну не знаю, тебе куда надо. К скупщику. Чего такой грустный? Хуй сосал невкусный. Да ну, блядь, настроения нет. А я вот вкусный сегодня сосала. Чего, блядь? Ха, да шутка же. А что, где твой телефон-то? Вот смотри, красивый. За сколько его можно продать? Чтобы было дохуя. Так он заблокирован.
Ой, это уже пиздец, блядь. Ладно, 5000, я думаю, загоним. Дайте, пожалуйста, денежку. Хочу кушать, а денег нет. Веди себя хорошо, а иначе мне придется тебя убить. О, Леночка-писечка. Ты охуел? Леночка, что за очкарика ты привела в бар? Я твой сейчас в рот выебу, блин, ты охуел? Сейчас ты охуешь, когда я достану свой дробовик. Хватит. Так, все, я сам уже запутался. Смотри, Луиджи айфон. Купишь? Хм, заблокированный. За такой дам 2 косаря. А может 3? За 3 ты обычно делаешь мне минет в туалете. Так что нет. Чего? Не было такого. Ой, да, извини. Мне приснилось. Понятно. Держите деньги и уходите нахуй. Но ты, Леночка, можешь остаться, если хочешь. Да, я, пожалуй, останусь и отдохну. Ну ладно, я пошел. Вот только куда я пошел, не знаю, куда я пошел.